Всем привет, с вами Нильф Горн, это игра Dig or Die, или копать, чтобы... Копать или умереть, или копать, чтобы умереть, как-то так, что ли? Копай или умри, вот так вот, наверное. Игра вышла в Стиме, и давайте это будет обзор, и немножечко поиграем, геймплей, то есть на нормальный поиграем. Играю первый раз, то есть, поэтому... Могут быть проблемы, ребята, у кого есть проблемы с тем, что я говорю плохо английские слова или половину не понимаю, можете сразу уходить, потому что будет тупняк в этом плане. Но, в общем, вы, конечно же, увидите игру обязательно. Я думаю, для тех, кому интересна эта игра, именно это и хотят. Так, ага, мне сразу чего-то надавали. Plasma Rifle, ох ты, мини... Тиризер какой-то, господи. Так, я так понимаю, что я... Вот, что я упал, похоже, с... То есть я упал... Так, упал, разбился мой корабль, и я, похоже... Так. Ага. Понятно. Второе устройство это... Это... Для сбора и, скорее всего... Да, и... Копать им можно. Ну, понятно, в общем. Устройство для собирания. Я понимаю, что сейчас сразу фу, копия там, этот клон, к примеру, чего там, Террарии, да, или как там еще игра называлась-то. Конечно, вполне может быть копия, я не спорю. Но я так сужу, что если игра похожа просто исключительно видом, это уже не копия, это всего лишь такой же вид игры. Так. Угу. Угу. То есть, смотрите, мы из вот из этих кусков железа разобранных собираем железо, да? А уже из дерева вот можем столы и вот. Так. Так, на восьмерку. Что это? А, это исключительно для постройки, понятно. Так, понятно. Деревья растут, кстати, сами, смотрите. Забавно. Это хорошо. Это хорошо. Так, а это у нас вот платформа. Платформа, ну понятно. Так, освещение, ничего такого нету, вот, чтобы осветиться. Ладно, давайте пойдем пробежимся. Может быть, забрать вот это вот. Давайте соберем... это устройство и пробежимся, посмотрим, что там дальше. Нифига себе, пчелка с таким звуком, как будто она... Оп-оп-оп, рыбка что-то какая-то очень злая. Как будто она энергетическим каким-то залпом дает, в общем, пчелка выстреливает меня. Так, металлолом валяется, это хорошо. Я так понимаю, это... Ой-ой-ой. Патроны притом для винтовочки... Похоже, бесконечный, просто надо успевать перезаряжаться. Так, это, я так понимаю, это дождь начинается. И здесь вся фишка в том, что дождь начинает затапливать все. Смотрите, прям конкретно при том начинает затапливать. И очень быстро, я бы даже сказал, начинает это делать. Так, спокойно. Ага. Так, я, оказывается... Угу. Я не то, что на земле нахожусь, я в какой-то большой пещере как будто бы нахожусь. Такое чувство. Все понятно. Так, какой-то вот материал, еще какой-то материал. Господи, там, смотрите, все затапливает. Так. А, то есть, чтобы дальше вот копать вот камень, я так понимаю, нужно модернизировать свой... Вот это копательное свое устройство, что ли, как я не знаю, как его правильно назвать. Отлично. Вот это прикольно, что рыба умирает на суше. Это прикольно. График, конечно, такая, прям видно, что, ну, как сказать, очень слабоватая, что ли, или как бы еще сказать. Хоть и игра в Стиме вышла, она стоит очень дешево, 87 рублей. Я обязательно еще скину ссылку на бесплатную версию, потому что smallgames.ru появилась уже версия этой игры бесплатная. Так что
вы сможете в нее поиграть, если вам захочется. Игрушка, в принципе, уже интересная. Ну, то есть... Ну, я... Не скажу, конечно, что у нее есть будущее, потому что это что-то совсем уж как-то... Как-то совсем очень все по-простому, что ли. Как-то так. Где-то вот устройство для крафта. Так, и я могу... Мне нужны вот эти кристаллы и железо. Очень много железа. То есть я могу теперь построить пушку. Но вообще мне нужен МК-2, похоже, вот этот вот. Чтобы, ну, побольше делать всяческого. Ну, другие итемы делать, в общем. Давайте, поэтому... Поэтому мне нужны пчелки. С пчелок, я так понял, падают вот эти вот кристаллы. Вот, вот. Ух ты, красный какой-то. Какая-то красная пчелка. Ну, это, конечно, не пчелка, это вообще ужас какой-то вылетающий. Ух, красный кристалл. Ну, понятно, это похоже. Вон, еще. Есть. Еще надо набрать немножечко. Я уж не знаю, только ли с пчел падают кристаллы. Может быть. Кстати, вода высохла, я смотрю, и нормально все стало. Так. Чуть меня подранили. Есть пятый кристалл. Давайте скрафтим, посмотрим. Так. Хотбар, конечно, отличный. Прям мне нравится очень. Опять все затапливать начало. Так. Вот, отлично. То есть здесь уже, смотрите, модернизации очень много идет. И пулеметные, и новые ресурсы. Отлично, отлично. В принципе, ничего сложного. Даже незнание английского языка вам вполне не помешает. То есть мы можем и базу свою отстроить. Так, а вот по поводу того, чтобы освещение здесь было какое-либо, я так и не понял, как оно. Так вот. Отлично. Отлично. Я нифига не вижу. И никаких фа... О, блин. Так, спокойно. Я вижу, что ко мне волк какой-то бежит. Зараза, да что ж такое-то творится? То есть, я так понимаю, ночь это, ну, как бы ничего хорошего от нее не нужно ждать. Ладно, ладно, ничего, сейчас отстреляемся. Может быть, зато алмазов вот этих, ну, или кристаллов, я не знаю, что это за устройство. Точнее, что это конкретно за ресурс. У меня уже 54 жизни, это, конечно, не круто. А там внизу-то смотрите, сколько всего прыгает. Уа! То есть я еще не факт сейчас, что выживу. Вот что я понял. И пчелки здесь не страшные. Здесь страшно это... Ой. Аутосейв и... А, утро, типа я выжил, да? Все понятно. Ну как выжил? Мне еще отбиться надо от этой всей толпы. Все понятно. А ты... Да что ж, успокойтесь вы уже. Там был дробовик. Надо было скрафтить дробовик. Вот он бы мне помог сейчас. Я не знаю, как... А, жизни восстанавливаются сами. Я, то есть, хотел сказать, что не знаю уже, как восстанавливать жизни. Я даже не... Ох, нифига себе, рыбка покушала меня. Я даже не буду пытаться что-то там разбираться в игре. И так все понятно, тут прям на интуитивной основе все можно делать. И, кстати, вот по поводу там, хорошая игра, плохая, так как я все-таки обозрю, ну, позиционирую свой канал как канал, посвященный
играм в стиле песочницы, то я что-то подумал, что я не все песочницы-то обозреваю, только так вот, то, что мне нравится, то я как бы и смотрю. Это, по-моему, неправильно, да? И я решил, что я, наверное, буду все подряд, наверное, смотреть. Что нравится, что не нравится. Ну, многим людям всегда по-разному, это нормально. Так, есть. Давайте, второго уровня. Вот освещение, лампы, вот фонарик, кстати, есть. Но, блин, только вот эти кристаллы, они просто вот... Давайте вот здесь вот поставим где-нибудь. Ну, где-нибудь вот здесь вот давайте поставим. Так вот, и где-нибудь вот здесь вот. Вот так вот, и еще где-нибудь, ну... Ну, вот тут вот. То есть, как минимум, я теперь полностью с освещением. Это хорошо. Так, надо... Через другое, вот. Так. Броня, я смотрю, там есть. Во, дробовик. Давайте дробовик сделаем. Возьмем его. Он вот так вот стреляет. По-моему, это намного круче. Так, единственное, что камень теперь я могу добывать. Это хорошо, но там пещера какая-то. Я бы не хотел туда провалиться. И куча железа тут есть теперь. Игрушка, ну, я не знаю, вам решать. Игрушка забавная. Плюс дешевизна ее, то есть тут даже не какая-то большая сумма. Она не стоит так много там или что-то. Так что можно вполне ее купить, приобрести. На тебе пузо дробью. Стоит она недорого, так что думаю, вообще не будет проблем с покупкой или приобретением этой игры. В принципе, сами решаете, стоит того или не стоит. Так, смотрите, турель. Поставим давайте турель, потому что тоже интересно, как она работает, ну и вообще, как она функционирует. Странно. Так. Почему тут дерево развалилось? Вообще хотел бы сделать фонарик. Вот тут есть вот фонарик. Но, блин, опять эти кристаллы дурацкие. Плюс еще турели, еще, смотрите, блоки всяческие можно делать. А, броню можно делать из чего-то. Да, название какое-то странное. Я даже не буду пытаться прочитать. Есть кристаллик. Конечно, дробовик хорошо, но дробовик хорошо для... Именно для толпы, а вот для мелких таких вот, единичных, как-то не очень, я смотрю. Так, два есть кристалла. Два кристалла есть. Ну-ка. Ну, ничего, рыбка не дала. Еще железо. Ну, думаю, да, довольно-таки быстро можно развиваться. Вся задача тут в том, чтобы, ну, я точно знаю, что здесь нужно построить, в конце концов, космический корабль, ракету, чтобы улететь с этой планеты. Ну, то есть есть здесь конец, есть предел, к чему, точнее, стремиться, как-то так. Так что, ох, затопление тут происходит моментально, конечно. Просто очень. Очень быстро, прям вообще невероятно быстро. Так, кристальчик есть. Ну и все. Самое главное, вода не остается. Это вот самое главное. То есть она уходит. Так что, в принципе, вообще без разницы, есть ли эта вода, нет ли ее. То есть как-то мне вообще теперь все равно. Единственное, что вода даже помогает в каких-то моментах вот вылазить из каких-то пещер. Это очень хорошо. Оценить игру я не буду. Не тот я человек, чтобы оценить вообще игры. Ну, конечно, графика и играбельность уже не на том уровне. Потому что в такого жанра игры есть уже более крутые. Это Starbound, это Terraria. Они между собой воюют. И думаю, они очень плотно заняли вот эту вот нишу вот этих игр. И мало кто сможет переплюнуть их пока что, мне кажется.
такого жанра надо будет еще некоторые игры посмотреть, потому что там довольно-таки большое количество таких игр. Так, а факел у нас... Ой, значит, он как работает-то? Ну-ка, ну-ка. А, просто... А! Вот это отлично! То есть я не просто... Ну, как бы, мне его не то, что держать надо в руках постоянно. То есть я могу и просто еще и походить по шахтам. Это отлично. Вот, кстати, вот этот ресурс, который... Типа угля что-то или что-то. Как-то так. То есть фонарик теперь нормально светит. Не только... В руках его не нужно держать, это хорошо, я просто боялся, что надо будет его постоянно переключать, к примеру, как в Starbound. Потому что факелы здесь слишком дорогие. Ну, там не факелы, там лампы, осветительные приборы. О, вот... Василиск, не знаю, червяк какой-то. Которого должны упасть вот эти красные шипы, чтобы из них сделать там следующее устройство. Тут даже, наверное, летсплей по этой игре не снимешь, потому что она, наверное, слишком короткая. Ну, почему-то мне так кажется, по крайней мере. Строительный момент здесь тоже он какой-то слишком мелкий. По сравнению, ну, как сказать, почему я так решил, потому что блоков уж слишком мало. Как-то прям очень маленькое количество блоков. Так, по-моему, там дождь идет. Да, там дождь опять идет и опять все. Все затопляет. Так, я смогу вылезти? Ай, не дают мне прям вылезти. Ай. Так, а вот я боюсь-то одну вещь, что мне нужно вот эти платформы крафтить, чтобы вылезти. Блин, это же... То есть их надо держать... Ночь началась. Да. Так, ночь началась, это не очень хорошо. Это, блин, это вообще нехорошо. Турели, 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 быстрее, быстрее, турели! Так, турель есть. Одна готова. Так, что-то я не понял, что было с турелью. Она развалилась. Мне ее как-то включать надо было. Черт, меня убили! М10, последнее сохранение. То есть, понятно, утро. Ну, на этом я, наверное, закончу. Такой короткий обзорчик был. Потому что в игре, ну, честно, ну, мне лично не очень интересно. Советую, не знаю. Ну, то, что она бесплатна, можно ее скачать бесплатно и поиграть в нее, в принципе, можно. Мультиплеер. Нет мультиплеера, нету, ну, по крайней мере, тут я не вижу никаких настроек. Но вдруг она модернизируется или что-то в ней... появятся какие-то апдейты такие интересные, что в нее будет стоить играть. Ну, я не знаю. Ну, по-моему, такие игры уже, конечно, выпускать как-то... Как-то слабовато, что ли, как-то так. Потому что есть уже в доступном доступе, так сказать, игры такого жанра и намного интереснее. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, если вам вообще стала эта интересная игра. Все ссылки на игру я скину под видео. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.